чтобы цвет был сложный. Сложный? Да, сложный, когда минимум там два цвета каких-нибудь смешивают. Не надо так размешивать сильно, достаточно чуть пунуть. Саша, гуашь дорогая. Она у тебя на кисточке осталась в достаточно большом количестве. Ты должен был ее на лист перенести, а не смыть. Крыса лазит по аквариуму. Да, смешай. Ну, не, Саша, не как будто ты ведро с раствором мешаешь. Не так, нет, не так. Смотри, движения должны у кисти быть вот такие, ну как бы. Раз и с этой стороны, вот так вот. Это культурно. А вот так вот мешают ведро с цементом. На. Во. Вот. Теперь можешь вот таким же мазками пытаться нарисовать деревья. Как их рисовать? Нет, нет, ты начинаешь уже тюкать. Мазками. Шлепай. Мазками? Бумажку придерживай рукой, она у тебя, видишь, скользит. Сделай паузу, сделай пустое место. Рядом нарисуй другое чуть-чуть, маленькое. Во, отлично. Теперь тут большое пятно сделай, например. Маш, вот так. Аккуратно, не так вот разными кусками, а в одну сторону. Нет, не снизу вверх, так нельзя. Вот так только можно красить. Все, только не квадратик, а что-нибудь такое более-менее размашистое такое. Сделай, чтобы по бокам что-нибудь торчало, выступало. Не стесняйся, Саша. Не стесняйся. Давай, давай, маш. Все, кончилась краска, еще сходи, воды и еще краски. Да, макнул достаточно. Теперь уже, ну, в другое место, теперь в третье место переходи, в четвертое. Вот так вот, все, достаточно, достаточно. Можно еще вот так вот, видишь, как сделать, как я делаю? Теперь вот так, хоп, хоп, хоп. Хоп, она получается так вот, ну, более живо. Бери теперь другой цвет, сходи, коричневый, например, добавь. Коричневый? Угу. И нарисуй в промежуточках те, которые белые куски, нарисуй коричневым. Размешай на палитре. Коричневый? Да, обязательно, смешай. Во, вот теперь, ну не так, Саша, размешиваешь, помнишь, ты как учил? Сверху вниз вот так вот все. Все, вот теперь давай рисуй. Вот закрась вот эти вот посерединке места, как будто бы там тень от деревьев. Саша, ну тебе на палитре понравилось, что ли? Да, так что переливается прикольно. Что мне делать? Видишь, как я делал? Вот один цвет оранжевый, это у тебя уже есть. А темный я где-то рядом клал. Рядом. Ну не бойся, можно дерево одно большое, например, сделать. Здесь вот такое большое дерево. Просто оно другое. Надо сказать, я, в принципе, ничего не стесняюсь. Нет, ты боишься пока. И придерживай рукой бумажку, она скользит. Я вот почему и люблю делать. Все, теперь бери еще один цвет. Какой? Давай зеленый. Давай. С коричневым. Нет, зеленый с оранжевым. Смой с кисточки этот цвет. Возьми чистый зеленый и потом перенеси его на палитру, там смешай. Да, вот здесь вот. Возьми побольше зеленого. Во. Там в баночке пошуруди. Вот. Взял, да? Нанеси на палитру рядом с красным. Вот здесь. Красный. Вот у тебя здесь красный. Здесь вот ты берешь зеленый. Размешиваешь его на кисти. Добавляешь, ну, смешиваешь с красным, например, чтобы получился более сложный цвет. Правильно? Мы всегда об этом говорим. Начинаем здесь вот где-нибудь добавлять еще более темный. Можно я? На. Придерживай лист, он у тебя скользит неудобно. Можешь нарисовать вот этим зеленым, например, вот такие еще горизонтальные линии, это будет как будто бы, ну, дорога там или какая-нибудь трава, поле. Только это, побольше водички возьми и лист придерживай. Все. Вот смотри, что еще можно сделать. Подержи лист. Можно сделать вот так. Ну, как будто вот тут какая-нибудь, ну, земля. Получилась земля, и деревья стоят на земле.
Только земли, конечно, многовато, и можно тут что-нибудь еще нарисовать. Например, озеро. А озеро как мы будем рисовать? Рисуем, берем синюю краску, да, и точно такими же горизонтальными мощными движениями. Кстати, можно губкой воспользоваться. Лучше сейчас вот уже пользоваться губкой. Бери губку, на нее прям мажь синюю краску. Не-не-не-не, кисточкой. Кисточкой бери, макай синей краской и наноси прям на губку. Бери, не бойся, ага. На губку наносить. А, наноси, прям вот мазни ее. Не-не-не, достаточно с той стороны, которую будем рисовать. Вот тут, на бумагу, разотри. На бумагу, на палитру в смысле. Не-не, губку теперь. Да, вот так. Все, размазал? Да. Теперь рисуй вот так вот горизонтально и придерживай рукой. Рисуй горизонтально. Нет, не самого, оставь место. Вот так вот рисуй. Как будто это озеро. Оставь беленького. Видишь, цвет слишком открытый. Оставить надо было беленькое. Смотри, Сань, тупишь. Что-то все разливается. Это же вода. И что? Все, у нас получилось озеро. Видишь, получился пейзаж. Надо добавить травы.